Время 10, а на улице пекло. Мне кажется, не у нас в Казани только такая погода, да? Прям зажариться можно. Так, где сумка моя? Бедные охранники даже в тенечек спрятались. Говорят, блин, в будке осталось только веник свой привезти и париться. Я говорю, а что вам, тенечек никто не сделает? Он говорит, а кому это нахрен надо? Вот и я пошел в офис работать. Потому что время 10, а список дел еще не выполнен. Вот, так что погода это не отмазка, работы много, дел надо делать. Ну и как обычно, коробка на коробке, товар на товаре, отправка на отправке. Вот такие дела. Приветствую, дорогие друзья, на связи снова Рашид Гарифуллин. Итак, давайте сразу пробежимся по вашим вопросам, которые задаете в комментариях на ютубе. Ноутбук только открою. Так, пишет, значит, развивающие детские пособия. Здравствуйте, как увеличить последние 4 цифры штрих-кода? На самом деле их увеличивать не надо, они увеличиваются автоматически в личном кабинете, когда создаете штрих-код короба и штрих-код поставки. Раньше этого не было, а сейчас они решили, что пора увеличивать и в одном формате все штрих-коды принимать. Так, пишет Ирина Котенко, нашла такую информацию, может будет интересно. В июне 2021 года стало известно о том, что мошенники вывели 350 миллионов рублей с Wildberries через подставных продавцов и покупателей. О новой схеме сообщили со ссылкой на своего информатора. А, видимо, про эту новость как раз таки в предыдущих видео там мне говорили, якобы вот так и так, как к этому относишься. Ага, подставные продавцы размещали несуществующий товар на маркетплейсе, а подставные покупатели его оплачивали. В процессе оплаты они намеренно допускали ошибку, и оплата отклонялась. Wildberries переводит деньги продавцу как за успешную продажу. Банк блокирует операцию со стороны лжепокупателя, но деньги Wildberries уходят лжепродавцам. Я, конечно, не знаю, как это происходило, но, скорее всего, это не с физическими товарами, а с информационными. Ну, там курсы всякие, электронные же какие-то есть, цифровые продукты. Вот. Потому что, когда с физическими продуктами работаем, то, получается, деньги мы получаем только тогда, когда человек уже придет за своим товаром, посмотрит, согласится, все ли как бы хорошо, все ли его устраивает. После этого только захолдированные, замороженные деньги, значит, поступают поставщику, то есть нам отправляется. А в информационных продуктах, видимо, это вот делается вот так вот, щелк-щелк и готово. Где-то там ошибка произошла, кто-то не заметил, деньги перевели, все. Возможно, это, скорее всего, с цифровыми продуктами было связано. Ну ладно, связано-то связано, мы же работаем с физическими. Это делается в любом редакторе изображения. Ну, то есть, как бы размер по пикселям выбираете, какой вам нужен, да, и внутрь вставляете картинки, либо текст, либо все, что вам угодно. Все, создаете и загружаете. Так, далее пишет Леха. Доброго времени суток. Никак не пойму, с отказными письмами, сертификатами. Зачем их делать, когда мы закупаем? Нельзя их запросить у продавца? А без проблем можете сделать запрос у продавца. Если он официально российский поставщик, то, скорее всего, ну, то есть не производитель, у него эти документы есть, и можете без проблем пользоваться ими. Но если вы, например, закупаете товары из Китая, или, например, делаете закупки в московских рынках, там, Садовод, Пивалино и так далее, то, скорее всего, в 95% случаев их нету, этих документов у поставщиков. Так что такие штуки нужно делать самостоятельно через сертифицированные центры, для того, чтобы как бы у вас документы были на руках, если от поставщика не нашли. Если нашли, то прекрасно, пользуйтесь. Так, пишет Наталья. Наталья, Рашид, как всегда, спасибо за честное видео. Сделайте, пожалуйста, видео о закупках из Китая. А Наталья, смотрите, скорее всего, я буду такие видео делать, но уже выкладывать в ограниченный доступ, потому что на всеобщий доступ, зачем эта лишняя информация людям, там, школьникам всяким, да, не целенаправленная. Ну, как ранее планировали создать вот такую базу, в которой как раз и будет вот такая прям целенаправленная, нужная, точная информация, которую взяли, применили и получили результат. Ну, такая база знаний, в которой как раз-таки будет доступна информация чисто для своих ребят. Далее пишет Брэд Питт. Фото в карточках. Сам Брэд Питт не пишет. Фото в карточках не сохраняется и не удаляется. Ребята, кто сейчас и как с этим справляется? Другие браузеры почистить куки уже не помогает. Ему тут отвечает, статус new заканчивается, а фото не получается загрузить. А, ну напишите в сервис, где скажите так и так, что делать, вот. Потому что как бы у нас пока вроде все получается. Заходим в редактор, меняем фотографии, добавляем, обновляем, все делается. Попробуйте вообще с другого компьютера зайти, к примеру, да. Может оттуда у вас получится это все сделать. Если нет, то тогда, да, уж пишите в поддержку, пишите в сервис Desk, хотя они там уже давно почти не отвечают. Из-за этого писать надо в официальный чат поддержки. Просто туда ссылку еще на свой сервис Desk отправляйте, на свою заявку, вот, чтобы как бы быстрее рассматривали этот вопрос. Далее пишет Кристина Суздалева. В каждой программе QR-сканер просто считывает ШК, когда я их проверяю на правильность, и никакой информации о продукте. Как вы понимаете, что ШК нормально? Посоветуйте программу или просто подскажите, что должно свидетельствовать о правильности ШК. Ну, например, программой QR-сканер я проверяю вот эти вот полосочки, да, которые вот навожу. Если они считываются, и у меня выходит ряд цифр, баркод данного
данного товара, да, то значит все нормально. Вы же не зашифровываете там информацию о производителе, о всех вот этих вот тонкостях, о материале изделия, о размере, там, об артикуле поставщика. Вот, если вы как бы хотите зашифровать эти данные, то это, наверное, уже этот QR-код должен быть, а не ШИКА просто, который в полосочках, вот. Та же Кристина спрашивает по поводу заявления на вытеряшке, что за форма нужно заполнять и где ее найти. Но если вы состоите в официальном чате поддержки Wildberries в телеграм-канале, то там же есть как раз и ссылки на их чат по расхождению поставкам. Вот туда заходите и пишите, например, свой вопрос, да, я потеряла вот это, как, что мне делать? И вам, скорее всего, ответят, почитайте закрепленное сообщение. Можно как бы изначально зайти в закреп наверху, да, туда нажать, и там как раз таки выйдет ссылка на как раз вот эту форму заполнения. Нажимайте туда, вам выйдет пример заполнения. По примеру заполняете, все, и отправляете в путь. И через некоторое время есть вероятность, что у вас появится виртуальная поставка и часть найденных ваших товаров. Так, Александр Романов пишет, Рашид, очень болезненный вопрос. А как сделать название товара другим? Например, заполняя карточку товара, в столбике могу выбрать только предлагаемые предметы, и они потом встают на название. А вот смотрю, у некоторых продавцов такие же товары, на название смотрю, они как-то свое смогли запихать. Подскажите, как это сделать? Сразу пишу, что через таблицу пробовал и вручную тоже. Может, кто знает, подскажите. Ну, говорили, такой лайфхак есть, то, что значит, в категории предмета выбираете тот предмет, в которых можно редактировать название, а потом как бы редактируете название, сохраняете, и потом переделаете на тот предмет, на ту категорию, которая она была до этого. И якобы вот таким образом есть возможность, что что-то там где-то сохранится. Ну, пока вот только такой способ я знаю, если выбираете тот предмет, в котором нельзя как бы редактировать. Просто есть часть предметов, в которых пока эта функция как бы возможна. Так, пишет Медав, Рашид, еще вопрос, если садоводе и так далее закупаться оптом, например, носки, игрушки, продавцы представляют сертификаты? Ему отвечает, скорее всего, нет, если это не официальный представитель. Так, Медав пишет, ну а как они тогда продают? У них должны быть сертификаты. На самом деле все эти рынки, да, это просто отдельно такое государство, которое как бы стараются никто не лезть, а не лезут они потому что уже как бы на верхах, наверное, скорее всего, где-то там что-то договорились. Вот из-за этого спокойно привозят, продают. Вот, а сертификаты уже делаем мы сами поставщики самостоятельно, покупая, например, у таких ребят товар какие-то. Далее пишет снова Кристина. Спасибо за ответ, Рашид. Подскажите, как выкупить свой товар? Говорят, если я цену опущу на минимум или сделаю огромную скидку для самовыкупа, то может автоматически какой-то бот скупить мой товар, а может не скупить, если повезет. Так вот, как вы покупаете свой товар? Как? Просто берем и за свой счет покупаем. Как бы деньги с карты списываются, и часть денег, она все равно как бы возвращается к нам на расчетный счет. Ну, там уже за вычетом комиссии ВБС, за вычетом налогов и так далее. Ну, что поделать, снижайте там максимально, сколько хотите, ну, не до 90% точно, и 80% хотя бы сделайте процент, чтобы общая скидка была, да, и есть вероятность, что робот не купит ваш товар, а вы сможете по такой низкой цене, но есть еще вероятность, что ваш товар выкупают другие покупатели начнут, потому что цена-то низкая стала, вот, так что можете по актуальной своей рыночной цены не делать закупы. Все так делают. Олеся пишет, а еще можно на плохой отзыв конкурента очень грамотно ответить, прорекламировав свой товар таким образом. Ну, кто на что гораст, кто как умеет, тот так и выкручивается. Пробуйте, потом расскажете о своем опыте. Я буду рад послушать. Пишет Андрей Агиенко. Добрый день, вопрос по документообороту. С Озон загрузили ОПД в контрразведок, уже двое суток Озон не подписывает. В строке состояния ожидает подписи контрагента. Сколько времени может уйти на подписание ОПД? Делай согласно видеоинструкциям. Андрей ему отвечает, здравствуйте, они подписывают после того, как примут товар. Ну, если что, там-то тоже есть чат поддержки. Напишите туда свой вопрос, они как раз-таки детально вам все ответят. Далее пишет Пира. Рашид, привет, помоги разобраться со сводкой за сегодня в личном кабинете. Что означает минусовые красные цифры в графе «заказали» и графе «денег»? Откуда там берется? Минус 5, минус 6 – это возвраты. Товар заказывают, но выкупов почему-то нет и возвратов нет. С чем может быть это связано? Дмитрий ему отвечает, это сравнение с вчерашним днем. Значит, вчера у тебя было 5 заказов. Все правильно. В предыдущем видео как раз-таки об этом и рассказывал. Например, если сейчас у вас, вы смотрите, у вас время обед, да, у вас купили, например, 10 заказов, и рядом стоит минус 5, значит, в это самое время вчера у вас были купили на 5 больше, а сейчас пока на 5 меньше, чем вчера, именно в самое в это же время. И в рублях это то же самое. А если, например, вы смотрите, там уже в час, да, у вас написано 20 товаров, и зелененьким горит там плюс 1, это значит, что в это же самое время, вчера, у вас уже как бы заказов побольше пришло, но не так, как сегодня. Сегодня даже на один заказ плюс один зеленый, если горит,
значит больше. Вот и все, это сравнение с предыдущим днем идет, показатели. Также и в разделе выкупа, если в выкупах у вас 0, значит пока товар не дошел до покупателя, и через 2-3-4 дня у вас как бы там пойдут уже плюсики, то есть там 3-4-5 плюс заказов. Потому что после того, как человек сделал заказ, ему же этот товар должен собраться, доставиться, там, пока он сам до него дойдет, пока он выкупит, это занимает где-то 2-3-4-5 дней примерно, плюс-минус, вот. Так что остается только ждать. Дальше пишет Оля Стефашева. Я 2 июня деловыми линиями отправил 27 коробок к 200 килограмм. 4 июня машина приехала в Казань. Но моего груза там почему-то не оказалось. В городе отправки тоже груза не оказалось, где был неизвестно. Но 10 июня успешно обнаружился в Казани. Все нервы я повымывала за эти дни. А еще только с больницы выписалась после операции. Прям как специально все. Пообещали выплатить страховку по срыву сроков доставки. Но вот тишина полная. Ладно, хоть груз нашли. Это радует. Сумма не маленькая там. Но это еще не все. 3 июня создаю заказ на доставку 2 груза. Но почему-то логист не увидел мой заказ, и никто его не забрал. Забрали только что в июне. Прислали счет на полную стоимость без скидок, которые должны были при доставке на Wildberries, пообещав счет переделать, но попросили оплатить по неверно выставленному типу, а потом пересчитать сделать. В итоге счет я платила на 1000 больше, чем они переделали, с учетом скидок. Но деньги переплачены не вернули. Вот сейчас еще с этим разбираюсь. С января с ними работаю, все хорошо было, но с июня какая-то ерунда началась. Вот я говорю, то есть до этого как бы спокойно с того года мы работали, и буквально там 2 месяца назад, наверное, да, там первый инцидент произошел, что потеряли мой груз, одну из 5 коробок. И сейчас вот буквально вот в начале июня такая же картина, потеряли 1 из 3 коробок. Но вот нашли, доставили, отгрузили, когда там 18 что ли июня. Так что, видимо, это из-за наплыва поставщиков тоже. Либо просто там какие-то, я не знаю, неорганизованные стали. Далее Максим Кокин пишет. А какой итог по результатам претензий к деловым линиям? Деньги возвращают? У них же есть определенные обязательства и ответственность по договору. Ну вот, допустим, предыдущий раз, когда они потеряли мой груз, да, они возместили мне там сумму отправки до этого места. Ну, то есть мне доставка стала бесплатной. Ну, как бесплатной. 2-300 вернули на счет, и я использовал ее на следующую отправку. А в этот случай я пока еще не спрашивал, какой у меня там баланс, потому что они возвращают деньги якобы автоматически на счет отправителя. Если есть желание, то можете написать реквизит, и эти деньги за счет отправки как бы они отправляют вам на расчетный счет, либо на счет карты, куда хотите. Просто мне смысла нет туда-сюда деньги перегонять, и как бы я говорю, оставьте на счете, потом я спешу следующую доставку, например, с нее. Вот, просто как бы участилось это пропадание. Если у вас тоже были случаи, пишите ниже в комментариях, почитаем, посмотрим. Дмитрий Захаров пишет. По поводу съеденных продуктов работы по ФБС. У нас вскрыли упаковку инжира, отъели и вернули. Вот так. Так что работа с сухофруктами, со всякими там орешками, с едой, то получается вот такая вот картина бывает. У людей едят их продукты. Например, там платье же съесть нельзя, да? Но можно его померить, испачкать и вернуть. А вот тут вот бывает, что съесть и вернуть вскрытую упаковку, сказать, что не понравилось что-то мне ваш манго сушеный. И это снова говорит о том, что в каждой нише есть свои плюсы и минусы, идеальной нету. Далее пишет Артем Глазев. Спасибо за ответ. А товар, который был на поиске, потом появился опять на сайте? У меня нет. Насчет денег. Думаю, вернуться как клиенту. А вот как поставщик, я думаю, что уже можно попрощаться. Сервис здесь, конечно, написал пару заявок, но сомневаюсь, что найдут. Возможно, когда-нибудь на инвентаризации найдутся. Если не пропали совсем, конечно. А насчет деловых, отправляю в Новосибирск, в Казань. Пока все четко, никаких проблем не возникало. По ценам у них хорошие условия. Кстати, спасибо за подсказку, что забор от моего склада идет в акции бесплатно. Раньше приходилось к деловым линиям своими силами возить. Ну, насчет доставки, да, с одной стороны, удобно, как бы там, когда приедут, заберут, и спокойно там попивая чаек, сидишь, работаешь, там, рекламой занимаешься, еще какими-то делами. Груз им отдал, они увезли, потом оплатил счет, который выставили. Но, с другой стороны, это по времени надо стыковаться. Там, например, заранее вызывать их, в какой-то временной интервал прописывать за 3 часа. Вот, потом договариваться, чтобы все четко было. После того, как в прошлый раз они потеряли мой груз, когда курьер там со склада забрал до терминала Казанского, вот, я когда в офис приезжаю, думаю, блин, мне проще самому съездить там, тут 2 минуты доехать, загрузить там 4-5-7 коробок, чем курьера вызывать. Это когда, например, уехал куда-то далеко, да, то да, можно в моем случае, к примеру. Главное, чтобы было кому собрать и передать груз курьеру. Так, пишет Five Hill. Здравствуйте, Рашид. А как правильно вести учет доходов и расходов с учетом всех налогов и обслуживания ИП? Я создал для себя таблицу, но хотелось бы увидеть, как это делаете вы. Возможно, у вас удобнее, подсмотрел бы что-то. Вот эти вот все таблицы учета расходов, там налогов, доходов, эффективности и так далее, скорее всего, я тоже буду выкладывать в базе знаний, которую собираюсь создавать. Потому что мне кажется, это будет очень удобно, если вся необходимая информация будет в одном месте. Если считаете так же, то напишите в комментариях ниже.
Кстати, пока не забыл, давайте я вам расскажу о том, как можно сделать налоговый вычет, потому что сейчас вот, например, за окном 23 июня получается, и недавно, пару дней назад, я выкладывал видео, короче, точнее не выкладывал, а снимал, о том, как делается налоговый вычет на нашем примере. Итак, вот, давайте сразу перейдем к нему. Потому что те ребята, которые работают уже не первый месяц, понимают, что вот скоро уже начнется третий квартал, и за второй квартал надо будет оплатить налоги, и за первый тоже, если не платили. Я сейчас расскажу официальный способ, значит, как их уменьшить. Это делается очень просто через личный кабинет. Посмотрите, надеюсь, будет полезно. Итак, давайте на примере покажу, как происходит оплата 1% с расчетного счета. Вот, например, сегодня пока получается у нас что? 20 июля. Ой, июля говорю, июня. То есть у нас заканчивается второй квартал. Тинькофф Банк предлагает в личном кабинете вот до 1 июля сделать оплату 1%, превышающего, значит, 300 тысяч. Я нажимаю «Начать». Вот, и он мне, ну, как бы считает математику. Так, например, доход на этом расчетном счете с 2021 года, ну, то есть за этот год составил пока 14 800 тысяч. Так, минус 300 тысяч вычитаем. Это получается у нас этот, ну, то есть, короче, бонус такой небольшой. Вот, и умножаем на 1% со всего, что пришло. Это получается, что вот оплачиваем у нас 117 тысяч. Ну, сюда же входят обязательные платежи, которые нам надо оплатить в пенсионный фонд и, значит, ФОМС. Это где-то там 40 тысяч рублей. Дальше в первом квартале я уже за первые 3 месяца оплачивал и делал вычет уже как бы на втором квартале. Вот, у нас пришел уже второй квартал, получается, и за первый, второй, в общем, там какие-то, может, операции еще там повылазили, не знаю, конечно. Но вот, в личном кабинете как бы сейчас это все суммируется, вот, и говорит, что можете оплатить. Вот, он считает математику таким образом. Что к оплате у нас всего вот остается 27 918 рублей. И вот потом вот эту сумму, как раз-таки 1% с превышающей всего, его можно будет вычесть уже в третьем квартале 2021 года. То есть, например, июль сейчас начнется, и я там ближайшие 2-3 недели июля постараюсь оплатить как раз этот налог за предыдущие полгода. Так, чтобы этот тяжелый груз хвостом не тянулся за нами, чтобы мы спокойно могли работать дальше. Сижу сейчас вот и думаю, а почему, интересно, у нас за второй квартал там в ПФР вот это 1% всего там 27 тысяч? Думаю, что-то маловато. Потом вспомнил, надо же зайти в разделе «Бухгалтерия» в подотдел «Операции». И там надо их выделить как бы галочкой и нажать «Учесть». Потому что по умолчанию что-то, значит, часть операции не учитывается. Часть учитывается, а часть нет. И надо вручную это проделать. И так вот, я взял вот эти все наши операции за второй квартал, учел, да? И смотрите, что получилось. Снова заходим в личный кабинет и нажимаем вот «Начать оплату» как раз-таки 1% с превышения 300 тысяч дохода в ПФР 2021 года. Так, сейчас, Карим, подожди, я видос допилю. Не отвлекай пока. Так, и видим, что уже сумма здесь изменилась, что за крайние полгода доход пришел в размере 19 миллионов примерно. Вот, и в итоге не 27 надо оплатить, а 71 тысячу. Таким образом, получается, вот эту сумму 71 тысяча через недельку, 2-3, я уже смогу оплатить, потому что сегодня 20 число, июль начнется примерно через дней 10-11, я уж не помню, сколько там в июне дней, да? И вот 3-4 июля я уже могу сделать налоговый вычет и оплатить недостающие не 6, а уже 5%, потому что 1% ушел в ПФР и ФОМС. Вот. Просто многие либо не знают об этом, как я уже 100 раз говорил, либо не догадываются, что вот так вот можно делать, и оплачивают там и считают математически 7%. Но 1% это, конечно, лучше на запас считать, потому что обслуживание расчетного счета это денег стоит. Там вывод денег с расчетного счета, например, покупка пакетов для физлиц, это тоже денег стоит. Вот. Ну, как бы запасом на всякий случай так уж и берут люди 7%. Сейчас надо еще на своем расчетном счете вот эти операции провести, посмотреть там за крайний второй квартал, сколько всего набежало. Ну и на других тоже быстренько пробежаться. Таким вот нехитрым способом мы делаем налоговый вычет, чтобы, например, в третьем квартале нам платить налогов было уже чуть-чуть поменьше. Это все официально. Делайте. Пока из этого личного кабинета не вышел, думаю, дай-ка заранее посмотрю, сколько всего налогов надо оплатить за крайние 3 месяца. Вот делаю показать с 1 апреля по, ну, допустим, хотя бы сегодня по 20 июня. Он мне показывает, так, найдено 219 операций на сумму плюс
9 122 315 рублей 49 копеек. Ну так вот, давайте сейчас посчитаем, сколько это налогов надо будет оплатить. Так, берем онлайн-калькулятор. 9 122 315, так, минус 6%, это получается 547 338 рублей к оплате будет. Это через ну, дней 10-12. Надо будет это оплатить. Ну так вот, из этой суммы 547 300 рублей, получается, мы уже можем сделать этот налоговый вычет в размере 71 000 рублей. Вот сейчас вот я оплатил ее. Так, получается 476 300 рублей к оплате. И надо, чтобы эта сумма была на расчетном счете как минимум, чтобы, например, оплатить, закрыть этот вопрос и работать дальше. О, это еще не конец месяца, это 20 июня сегодня только, да? И, считая сезона, там в конце месяца есть вероятность, что придет немало. И с Вайлдберриса тоже каждые 2 недели. Завтра вот понедельник, завтра придет. И еще через неделю в понедельник. Вот, так что к оплате, думаю, там тоже наберется сколько? Со всеми этими вычетами около 550, может, там, тысяч, может, чуть больше даже. Ну, что поделать, живем в России, работаем по законам Российской Федерации, оплачиваем налоги, работаем дальше. И это только с одного, как бы, расчетного счета. Но их несколько. Кстати, если здесь присмотреться, это карта вот моего братишки. Сейчас у него есть на счету целых 840 рублей. Видимо, он с кредитки расплачивается. Не знаю, на что живет. Ну, потому что, как бы, большая часть денег, которые приходят, она снова уходит в работу. Что у него, что у меня. А, закупить товар надо, рекламу оплатить надо. Ладно, как бы, реклама часть с расчетного счета оплачивается. Но расходов очень много. Все обратно идет в работу. Круговорот денег в природе таким образом происходит. А еще он кредитов понабрал. И который выплачивать надо каждый месяц. Вот. Видимо, для того, чтобы пятая точка подгорала, чтобы не расслаблялся, как там говорят, морковка сзади, морковка спереди. Мотивация. Вот таким образом мотивируется. И происходит такой рабочий процесс. Думаешь, блин, а где бы денег взять? Что бы там, как бы заработать? Так что расслабляться не приходится. Ладно, сейчас я вроде оплатил, перейду к своей расчетке, посмотрю, гляну, как там дела обстоят. Имейте в виду, что вот можно так делать налоговый вычет на 1%. То есть в ПФР что уходит, вы как раз в следующем квартале уже можете эту сумму вычесть. Все, надеюсь, разобрались. Если есть вопросы, то ниже в комментариях спрашивайте, постараюсь на них ответить уже в следующих роликах. Кстати, я еще зайду 30-го, наверное, числа на расчетные счета также. И проведу оплаты в ПФР и ФОМС для того, чтобы чуть-чуть побольше я мог сделать вычет уже как бы этот, в начале июля. Потому что, как я говорил, в течение недели-полутора к нам как бы на расчетный счет, думаю, еще будут поступления. Вот. Из-за этого и еще раз прошерстим, проверим, посмотрим. Так что вы тоже смотрите, как у вас дела обстоят. И не забывайте делать вычеты, потому что, мне кажется, многие не знали. Вот, если вы знали, напишите, что знали. А если нет, то в комментариях ниже напишите, что, блин, прикольно, оказывается, да, что так можно.